help me. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Мы стоим на берегу речки Суров, а слева от нас здание винокуренного завода. Здание винокуренного завода, которое построено было в 1914 году. Вот так и время течет, да? Неумолимо. У нас работа. Делаем свиньям пуньку. Будем покупать поросяток. Было свое сало, мясо, чтобы меньше денег тратить. Ну, детям же надо тоже дать. У нас третьего детей. Уже взрослые все. Скажите, пожалуйста, Канича, хорошая у вас деревня? Ну, конечно, хорошая деревня. Я сюда приехала 23 года тому назад жить. Со Шкловского района. И остались? Да. Ну, замуж вышла и живу. Вот так. Собака вашей пилы совершенно не боится. Собака за свиньями или за курами будет наблюдать. Я еще хожу в лес с собакой. По грибы, по ягодам. У нас в этом году очень много деревни было в лесу. Ягод, грибов. Даже сейчас грибы есть. Какие? Ну, поздние эти курочки. Ну, правда, уже мерзлые под листьями, их не видно. Но можно насобирать еще. Вот так. Меня Анатолий Иванович зовут. Очень приятно. Живу я здесь, в деревне, в Каниче. Вот. Лет 15, наверное. Вот приобрел себе трактор, сделал сам. Так приобрел или сделал сам? Нет, это я сам сделал. Я приобрел только металл. Мотор привез с Москвы, хондовский двигатель купленный. Хондовский? Да, Хонда, японский. Вот. Ну, трактор – это просто наш помощник, как говорится. Я на нем и дрова вожу, по 30 кубов в свой дом, чтобы отопить. Дом большой, и зерновые сею так же самое. Все на нем вот делаю. Даже вот на переезд супругу встретил, съездил. Вот. Зуб вырвали. Вырвали. Теперь папа без зубов. Я не буду улыбаться. Не будете? Но вы все равно улыбаетесь, я вижу. Счастливой дороги, Анатолий Иванович.
это алтарная часть. И здесь когда-то находились склепы Цехановецких. Из моренного дуба, значит, пол, лавки, витражи были стеклянные, красивые, весь иконостас, то есть убранство, утварь. А главное, что для меня очень, так сказать, вот как бы ценно и приятно, что здесь был орган. Орган, когда шла служба, то жители рассказывали старожилу, что она была слышна далеко вокруг, да, вокруг деревни. В годы войны орган и вся утварь, которая оставалась, вывезены были в Германию. Ничего не осталось? Ничего не осталось, да. Вот кроме того, что мы сейчас вот видим с вами. Каничи, деревня Каничи. А ну, жители, жители Канинцы, да. Канинцы. Канинцы. Я военнослужащий. По окончании службы мог уехать в любой город. А я приехал сюда на родину. За мою жизнь я ни с кем не ругался, не дрался. Вот. Нам помогают, и я помогаю. Подержи, я же кряблюсь. Ой, какой хороший. Машенький мой. Хорошенький мой, хорошенький. Ой, сердце бьется так. Небось. Ой, такой хороший, такой умничка, тепленький. Такой. Ну, мягенький такой, пушистенький. Тепленький. Ну. А ушки какие. Что это такое? Вот такой ящик придумал и тягаю. Вон гантель есть. Вот. Вот, становлюсь и так пошел. Вот. Потом ноги тоже надо потренировать. Дает это здоровье. Ну а как же? Руки-то ну, у вас крепкие. Ну, 6, 7, 8, 9, 10 хватит. Тяжело? Нет. Ну, красота. Сейчас под старость с тобой пройдем. Ну, надо уважать друг друга. Две речки. Я люблю все. И землю, и леса, и речку, и все на свете люблю. И людей всех, и все на свете. Что есть, то существует в этих Каничах. Мне все дорого. Thank you.